Это я ничего не разберу. Мы, видно, не туда свернули на распутье. Только не волнуйся, хватит. Не надо, сиди я сама. Трюк! Дрю, не надо, тебе нельзя! Машину! Машину! Дьявол! Что за наказание? Проклятие! Давай же! Проснешься, наконец. Уйми ее. Сьюзи, не мешай отцу. Дрю, может быть, в этом доме для нас найдут что-нибудь поесть? Милостину, что ли, просить? До сих пор никто из нас не побирался. И не будет. Вот дорогу. Спрошу. Сколько раз я тебе говорил? Зашивай карман суровыми нитками! Взял бы да завинтил этот крюк. Завинтил. Завинтил. Хозяин. Можно? Есть тут кто?
Эстер. Тому, кто стоит у моего смертного ложа. Тому, кто стоит у моего смертного ложа. Я, Джон Гур, будучи в здравом рассудке и твердой памяти, завещаю эту ферму со всем к ней относящимся первому пришедшему сюда человеку, независимо от его имени и происхождения. Господи! Нас зовут в гости. Папа, а я хочу с тобой. Папа, папочка, я хочу. Можно мне с тобой? Папа! Ты останешься с Энди? Только умоляю, веди себя прилично. Это ведь так просто. Лучше не ворчи, а поторопись. Энди, мальчик мой, я скоро вернусь. Энди! Ферма и пшеничное поле его, а также коса и обязанности ей предопределяем. Молли, кладовка полна жратвы. Ты не представляешь. Пусть он берет все это спокойно и с чистой совестью и помнит, что я, Джон Бур, только передаю, но не предопределяю. Пусть он берет все это спокойно и с чистой совестью и помнит, что я, Джон Бур, только передаю, но не предопределяю. Миссис Эриксон! Ой, зачем ты меня пугаешь? Все это слишком хорошо, чтобы можно было поверить. Наверняка здесь что-то не так. Козы, Молли! Дрю! Дрю! Энди, смотри, еда! Покушай! На! Нам просто крупно повезло. Теперь у нас будет работа, еда. Крыша над головой. Молли! Дрю, зачем он так вцепился в этот колос? Сюзи! Дрю! Дрю! Энди ожил! Энди!
какую большую. Такое большое поле. Да. Если 10 лет кряду косить пшеницу, то и тогда мне не придется работать на одном участке дважды. Может быть, сегодня повременить? Нет, нет, Молли. Я буду работать. Иди. Сьюзи проснется. На минутку стало плохо. Мама, пойдем скорее до Мэнди. Что случилось, Сьюзи? Мама, мы хотим встать и перевернуться в корзине. Пойдем быстрее. Встать? Энди? Да. Что ты говоришь? Да. Я не могу его поднять. Энди, Энди, мальчик мой. Энди, ты узнаешь меня? Хозяин, хозяин мира. Доминус меус, доминус мунди. Хозяин. Что? Это я вижу, вошел в роль. Что-что? Валяешься. Что ты перед этим сказала?
Я сказала, хозяин. Какой в этом прок, если я все равно не могу продать хлеб? Ну, не надо. Может, совсем не работать. Кладовка полна еды. Трю. Энди выпил молока и ел сыр с патокой. Слышь, музыку? Это он играет всю. Мы даже у Сполдингов так не жили. Смотри. Ну. Нет. Непостижимо. Mm-hmm. Дом стоит среди пшеницы, а в нем не крошки хлеба. Ну, ты написал бы тем, кто занимается сельским хозяйством. Нет, нет, Молли, нет. Ну, почему? Я ведь только предлагаю. Кто знает, что может прийти в голову этим чиновникам из правительственного отдела. А ну, как они захотят перепахать все поле. А я никому не позволю работать в моем поле. Я никому не позволю работать в этом поле. Я никому не позволю работать в этом поле. Что с тобой? Пойду. Подаю коз. Сколько можно говорить. Зачем это я выходил? Подоить коз. Хозяин. Энди. Ах, ты мой малыш. Мама. Сюзи. Сюзи! 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 Be a
Сьюзи. Собирать вещи? Зачем? Мы уезжаем. Уезжаем? Я.
Мы долго ездили и мало ели, а ты много работал и устал. Так вот, мы остаемся. Хорошо. Мы остаемся. Ма, Алинка взяла почтальона телеграмму и не отдает. Какой почтальон? Где Энди? Отведи детей в машину. Собери вещи в дорогу. Мы уезжаем в Калифорнию. Что? Это как-то неожиданно, Дрю. Пшеница растет по-дикому, по-дурному. Словно она свихнулась. Когда ее подрезаешь, она тут же гниет. А вечером начинает расти снова. Тебе это ни о чем не говорит. Сюзи, собирайся. Мы уезжаем. Сюзи, мы остаемся. Это не все. Вчера я срезал один колос и почувствовал острую боль. Это был колос моей матери, я убил ее. Я не могу это объяснить, но это правда. Да молчи! Пшеница — это вовсе не пшеница. Будь она неладна, ты подрезаешь ее и видишь на своих руках кровь. Вот старик, знаешь, что он здесь сделал? Он загонял косу пшеницу, гибли люди, а теперь я! Стань! Я! Я! Помнишь, Молли? Пусти! Нет! 10 лет я живу с тобой. И все 10 лет у нас на обед были пыль да молитва. И вот привалило тебе такое счастье, и ты не знаешь, как с ним справиться. Даже если все это правда, то, что ты говоришь, то ты всего лишь отрабатываешь пищу и кровь для жены и детей. Даже если все это так. Господи, Молли, что ты говоришь? Я не хочу больше убивать. Дрю, ну, посмотри на детей. Сюзи стала смеяться. У Энди розовеют щеки. Ну, вспомни, какие они были неделю назад. Мы остаемся здесь, где у нас есть верный кусок хлеба, где мы проживем долго.
Дорогой, я больше не собираюсь морить детей голодом. Слышишь, Дрю Эриксон? Ни за что. Не требуй от меня этого. Вот оно. Прочти. Она умерла.
вернемся. Молли. Вот увидишь. Нам повезет. Нам обязательно повезет. Thank you.
своего. Я всем рассказывал, но мне никто не верил. Как ветер октября, прилетели в городок аттракцион, стуча костями в ночи, а причитая, вздыхая, шепча над крышами балагана, будто черные летучие мыши. Уже шла третья неделя месяца, надвигалась ночь, когда у аттракциона появились два мальчика. Да я сам своими глазами видел. Я тебе все равно не верю. Вон он, мистер Куджер, хозяин аттракционов. Пойдем за ним скорее. Назад, а не вперед. Смотри, сам увидишь. Thank you.
Следуя за мальчиком от самого колеса, они пересекли весь городок. Темные улицы привели их к дому миссис Фолли. Во всех окнах дома горел свет. Я знаю, как его зовут. Его зовут Джозеф Пайкс. Он прикидывается сиротой. Аттракционы приехали 3 недели тому назад. И примерно тогда же он заявился к миссис Фолли. Он мне сразу не понравился, как только я его увидел первый раз. Странный он какой-то. Что вам нужно, дети? Проходите в дом. Можно с вами поговорить, мам? Мы хотим предупредить вас об этом мальчике, который у вас, о сироте. В чем дело? Он приехал с аттракционами. И никакой он не мальчик, он взрослый. Он хочет украсть у вас деньги. Люди начнут украсить. О чем ты говоришь? Я не понимаю. Я говорю о чертовом колесе, которое крутится назад, а не вперед. И об этом приезжем мистере Куджере. Колесо крутится назад. Он становится все моложе и моложе, превращается в мальчика. Приходит к вам, но ему нельзя верить, потому что когда у него будут ваши деньги, он снова сядет в колесо, и мальчика не станет. Генри Олтерсон, никогда больше не приходи сюда. Что ж ты надел? Он же нас теперь убьет. Да нет, он этого не сделает. Смотри. Знаешь мистера Куджера, па? Хозяина аттракционов. С цветком в петлице. Он остановился на нашей улице, в пансионе миссис О'Лири. Его комната выходит окнами во двор. А что? Значит, ты его тоже видел? Хочу тебе кое-что рассказать. Завтра, завтра расскажешь. А сейчас иди спать.
Это я. Слушай, я, кажется, все понял. Этот сиротка Джозеф Пайкс будет околачиваться у нас в городке под видом хозяина аттракционов. Надо действовать скорее. Ведь мы единственные, кто знает. Потом будет поздно. Молодой человек, вы никуда не пойдете. Пит, куда же ты пропал? Остановить его. Останови колесо!
Вселенная поймала в свои сети огромную многозвездную туманность. И так кружилась теперь, не останавливаясь. Я так и